На большое дело с маленьким пистолетом. Полиция Ленинского района Саратова задержала 20-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на ломбард на улице Одесская. Как сообщает Главное управление МВД региона, гражданин ворвался в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил ювелирные украшения. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Подозреваемым в разбое оказался 20-летний, ранее несудимый житель поселка Жасминный. Его задержали. При обыске полицейские нашли игрушечный пистолет, который использовался в качестве средства устрашения в момент нападения на ломбард. У вас был муляж пистолета. Дальше. Сделал маску. Зашел в ломбард. Приказал охраннику сидеть на месте. Взял перстень и ушел. В центр оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, совершил разбойное нападение на один из ломбардов города Саратова. По данному факту сотрудниками полиции был незамедлительно организован выезд на место происшествия, организована работа следственно-оперативных групп на местах с привлечением личного состава по перекрытию вероятных мест отхода преступника. Игрушечный пистолет грабитель прихватил с собой, а вот от некоторых улик избавился всего в нескольких метрах от ломбарда. При помощи служебно-розыскной собаки в соседнем подъезде была обнаружена маска, которую использовал налетчик, а также лоток, где хранились похищенные золотые украшения. Злоумышленник был задержан при попытке сбыта 5 похищенных золотых перстней. Он пояснил, что испытывал материальные трудности, потому и решился на ограбление. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.